Константин Мельников – гений советского конструктивизма. Ну, условно говорю, вообще у нас есть замечательная такая женщина, вы, может быть, многие ее знаете, по телевизору видели, такая Лихачева Светлана, директор музея архитектуры имени Щусева. Замечательный искусствовед, очень решительная дама, она все время говорит, никакой Мельников не конструктивист. И не функционалист. Ну, конструктивизм – это все детали, конечно. Конструктивизм – это вот какое-то соединение очень простых геометрических объемов в одно функциональное целое. А функционализм – это как бы приспособление пространства к требованиям современного человека. А вот Мельников – это вообще особенная вещь. Ну, что она говорит? Она большой искусствовед. Мельников – это советский авангард. Ну, вот это все объясняет, да? Да. Конечно.